Что здесь столпились? Ну-ка, разъезжайтесь. Эй, а ты кто такой? Густи! Да, что случилось? Это кто такой? Кто он приехал? Откуда? Я Брунер. Я убираю здесь мусор. А, Брунер, хорошо, проезжай. Давай, Брунер, тебе надо ехать дальше. Пропустите его, ребята. Разъезжайся, разъезжайся. Пип-пип. О, это кто еще такой? Ну-ка разойдитесь. Да вы мне мешаете, уезжайте. Что за день сегодня? Нам не дают вместе постоять, поговорить. Грузитесь. Все, я поехал в порт. Давай. Так, ребята, я не понял, а почему вы не в школе? Так уже уроки закончились. Тогда давайте быстро по домам. Давай, поехали отсюда, пока Мусти нас не побил. Эй, Кэп, Кэп! Да, что случилось? Что, работы сегодня мало? Да вообще стою без дела. Так, а что-то давно не видно поле, где он, ты не знаешь? Да у нас никаких происшествий давно уже нету. Ни Эмбер, ни поле. Я давно их не видел, так-то они нам всегда помогают. А давай позовем его. Давай. Кричи. Раз, два, три. Поли! 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 Вот и я! Что случилось, ребята? Да мы просто проверяли, быстро ты приедешь или нет, а так у нас никаких проблем нету. Ну вы даете, я мчался со всей скоростью к вам. Хотел узнать, как у тебя дела. Да, все нормально. Хорошо. А где Эмбер? Эмбер? Ну давайте крикнем ее. Давайте звать. Эмбер! Эмбер! Что случилось? Что случилось? Мы проверяем готовность твою. Вот вы даете. Конечно, я всегда готова вам помочь. А где Рой? Рой! Рой! Вот и я. Ничего себе, какая быстрая и шустрая команда помощи. А где же у нас Хелли? Хелли! Хелли! Что случилось? У вас беда, ребята? Нет, просто у нас здесь маленькое собрание. Хотели проверить, как быстро ты приедешь. Ахахаха, ну вы даете. Ну что тогда, ребята, до следующих серий. Мы всегда готовы вам помочь, и если что, зовите нас. Такие, да, конечно, если что-то случится, хорошо, что вы у нас есть, наши помощники. Ну все, подписывайтесь, смотрите нас, пока!